Будем клонировать блок от BMW шестерки, это Matronic ME921. Клонировать будем с помощью Xprog. Вот, подключились. И внешнего питания. Внешнее питание подключается вот по такой схеме. То есть получается три питания, две вот эти и 26-й, не забываем. Распиновка 921, 924, все одинаково. Значит, распиновка по Xprog. По Xprog вот такая распиновочка у нас. 12 вольт, единственное, что мы сюда не подаем на пятаки, мы подаем вот сюда. И сейчас будем считать его, старый блок. На этих блоках стоит две флешки, то есть вот флеш external. Первая на той стороне блока, вторая флеш стоит, плюс процессор MPC 556. Открываем Xprog, выбираем Rescale MPC и процессор MPC. Теперь включаем питание на блок и читаем. Вот у нас пошло чтение процессора. Через BDM100 всю информацию не перенести. То есть он области конфигурации не читает. Идет верификация после чтения, проверка правильности чтения. Все, верификация прошла успешно. Наш файл прочитан. Осталось его сохранить. Теперь нам нужно сохранить конфигурацию. Выбираем MPC конфигурация А. Вот конфигурация А, видите, несколько байтов. Это нам надо тоже сохранить. И считываем конфигурацию Б. Вот конфигурация Б. Но конфигурация Б пустая. Тут ничего нет. Теперь наша задача сосчитать external flash. Вот поскольку я говорил, что здесь две флешки, верхняя и нижняя, вот флеш 1 и флеш 2. Ну, читаем сначала флеш 1. Также сейчас идет проверка чтения флеш номер 1. Все, верификация прошла успешно, чтение успешно. Также сохраняем этот файл. Вновь выбираем девайс, также external flash, нажимаем ОК, New, нажимаем читать. Вот нам опять показывает конфигурацию, в этот раз мы выбираем флеш номер 2. Также при переносе данных попросили сделать тюнинг Евро 2 на эту машину. Отключить продувку, как
катализатор и задние лямды. То есть одну флеш мы модифицируем, вторая останется так же. Сейчас идет верификация второй флешки. И нам осталось прочитать EEPROM. EEPROM 95080 стоит здесь. Все, вот он его прочитал. Также сохраняем. Все, у нас полностью блок вычитан. Две флешки, MPC, конфигурация и EEPROM. Для того, чтобы записать, выбрали MPC. Отключаем питание. Перед записью его надо обязательно стереть. Нажимаем «Стереть». Вот стирать он не хочет, потому что написано, что Write Protection, то есть запрет записи. Нам нужно пин EPEE через 1 килоом на 3,3 вольта подать. Значит, нам нужно вот отсюда 3,3 вольта подать вот сюда на EPEE. Итак, резистор соединили и пробуем теперь стереть. И этот дамп нам нужно записать теперь в процессор. Все, верификация прошла успешно. Теперь нам нужно записать конфигурацию. Выбираем. Конфигурацию. Конфигурация А. Только в конфигурации А у нас содержатся конфигурационные биты. Вот они, пожалуйста. В конфигурации Б ничего нет. Ну, собственно говоря, и записываем. Не забывайте записывать конфигурацию. Все, конфигурация записана. То есть процессор MPC у нас полностью записан. Теперь то же самое делаем с обоими флеш и с EEPROM. И записываем. Флеш 1, селект. Верификация закончится. Дальше делаем процедуру то же самое. Записываем флеш 2, стираем сначала, потом записываем. И отдаем блоку.